Добрый день всем. Хочу рассказать, что же я купила сегодня на ярмарке Козюкаса. И я была сегодня с утра. Завтра эта ярмарка будет последний день. И сейчас постараюсь вам показать. Ну, во-первых, я купила вот такое пиво. Это темное пиво с медом. Вот, и кажется, оно подорожало, потому что раньше оно было, кажется, по 3,5 евро, сейчас по 4. Также купила вот рыбу, скумбрию. Холодного копчения, уже горячего не было. И вот такая вот горячего копчения разделанная. Мед. Это липовый мед. Такой в сотах. Купила две упаковки. Это 2,70. А это вот 2,50. И вот мой муж, он любит чая. У кого бронхит, вот горло больное. Вот очень-очень классная вещь. Ну, еще купила себе подарок на 8 марта. И купила подарок своей подружке. Сейчас покажу. На ярмарке очень много изделий из дерева. Я просто не могла устоять. Я купила вот такую... вот дощечку. Это я себе купила. Подарок на 8 марта. И сейчас покажу, что же я купила подруге. Вот она мне приезжает с Польши. Я купила вот такую деревянную тарелочку. То есть там были такие вот тарелки 4 частей, из 3 частей, 6 частей. Я купила ей вот из 2. Мне она понравилась, что она довольно-таки такая глубокая, светлая. И для чего вот эти вот тарелочки предназначены? Здесь можно положить холодную закуску. Допустим, вот ряд выложите черный какой-нибудь хлеб, потом порезанное сало, порезанная вяленая колбаска. Тут может быть какое-нибудь вяленое мяско. Здесь вот можно положить, допустим, сыр. Сыр нескольких сортов. Также можно положить виноград. И вот такая вот тарелочка, она подается как закуска к вину, к пиву. Ну вот. Вот для этого она предназначена. Можно также в одной стороне положить мясные продукты, а в этой стороне можно положить какую-нибудь рыбу. Допустим, копченый или сушу, или соленый лосось. Или вот скумбрию порезать, вот как я купила, вот холодного копчения, тоже можно кусочками порезать. И вот такие вот у нас тарелочки, они очень популярны у нас в Литве. Но стоят они недешево. Такие вещи, они, потому что это считается ручная работа, они стоят дорого. Вот такую купила, тоже ей такую дощечку, мне она очень понравилась. Она не сильно такая дорогая, и на нее тоже можно вот что-нибудь вот порезать и положить на стол. Вот даже вот так прямо на этой вот дощечке вот тоже. Посмотрите, как красиво, как она красиво выглядит. Рисунок такой четкий. Вот такая вот очень. У меня вот есть, вот яблоки у меня лежат. Она чуть-чуть поменьше. Она чуть-чуть другого дерева. Кажется, это яблоня. С другого дерева, и она поменьше. Вот иногда я ложу сюда вот орехи, там режу сыр вот на второй половинке. Сейчас у меня лежат яблоки. И вот такую вот тарелочку я привезла с Украины. У меня еще есть деревянные ложки. Вот орехи вот ложу. Очень люблю такие вот деревянные. Но на Украине, конечно же, такие вещи намного дешевле, чем у нас. У нас довольно-таки дорого. Так, и покажу сейчас подарок, какой же я купила для себя. Сейчас разверну, покажу. Вот такой керамический ангел. Вот в руках у него чайничек, чашечка. Вот он прилетел, чтобы выпить с вами чай, кофе. Мне он ужасно понравился, и я просто... Вот, там было, ну, как бы несколько штук, но здесь были такие разноцветные орнаменты. Мне почему-то вот понравился вот этот пастельного цвета, и... Я его отложила и сказала женщине, что вы меня отложите на полчаса, я тут пробегусь. Вот. Правда, когда я пошла вперед, там столько было людей, даже не могла вернуться обратно, но столько было много людей. И я бегом побежала обратно, прихожу, говорю, тут мой ангел не улетел. Она говорит, нет, нет, он лежит, тут вас ждет. И мне она сделала чуть-чуть скидку, и я давно хотела вот такое вот купить. То здесь вот он пустой. Посмотрите, какая прелесть. Какой такой дружелюбный, такой приветливый этот ангел. Вот. Будет прилетать ко мне на чай и на кофе. Мне очень понравилось, очень. Там еще были такие ангелы, рамки такие для картин, и на таком бархатном, как бы, материале, или там бумага бархатная, я не помню. Тоже такой вот сделан, как бы, ангел, и вот он в этой рамке. Но это уже конкретно нужно вешать на стену. Мне почему-то захотелось вот именно такого. Вообще, уже у этой женщины очень была такая интересная керамика. Вот. Ну, вот мои такие покупки. Вот рыба, пиво, вот это вот донышко я себе купила, и вот такого ангела. Ну, на этом, пожалуй, я свое видео закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы получать мои видео. А на этом все. Пока-пока. До скорой встречи в следующем видео. До свидания.